Друзья, всем привет, я Любомир Борода. Я начну с того, что я никогда в жизни не бегал. Ну, то есть там добежать за автобусом, не более того. В школе я очень ненавидел всякие пробежки, никогда не участвовал ни в каких соревнованиях. И даже несколько раз я пытался начинать бегать по утрам. Я пробегал менее километра. Я задыхался, у меня здесь стояла такая горечь. Я плевал вот это вот все и думал, как они вообще все это делают, и никогда у меня ничего не получится. Вот. Чуть больше года назад стал заниматься спортом, кроссфитом. И вот недавно подумал, ну все-таки, может быть, пора мне начать бегать. Вот. И никак не мог настроиться. И вот буквально 2 недели назад я увидел новость об очередном там марафоне и забегах, который будет проводить компания «Новая почта» в разных городах Украины, в том числе в нашем городе. И будет это 3 ноября, то есть до 3 ноября времени еще завались, несколько месяцев. Вот. И я зарегистрировался на забег 5 километров. Зарегистрировавшись на забег, я еще не имел ни малейшего представления о том, смогу ли я пробежать эти 5 километров. Не смогу, но сделал это для того, чтобы промотивировать себя заниматься. И вот я начал бегать по утрам. Сегодня у меня будет 5-я пробежка. Вот. И что я могу сказать вам? Я даже не верил свои силы, я думал то, что я пробегу километр и плюну, но в первый забег я пробежал 2 километра 200 метров, в пятый свой забег, в четвертый, я пробежал 4 километра 300 метров, а сейчас стоит цель дойти до 5 километров, но не прям вот сегодня взять и сделать их, аккуратненько дойти до 5 километров, взять, так сказать, этот объем, а потом начать увеличивать скорость, то есть сокращать время. Я заразился этой фигней, не знаю, как пойдет дальше, но зарегистрировался в нескольких чатах, в беговой программе, строю себе маршруты и бегаю, и мне это нравится. Прикольно наблюдать, пробежаешь кальянную, там сидят все, курят, хотя время еще не с 6 утра. Проехал какую-то забегаловку, сидят мужики с бабами, пиво пьют. Один мужик у меня сейчас по дороге стрельнул сигарету. 2,5 километра позади. Сегодня у меня плейлист Slayer, Soulfly, Sepultura, Creator, Пантера. Туда же вписались коммуняки сраные из Rage Against the Machine. Но их очень круто слушать, когда занимаешься спортом. Сегодня какой-то цели на определенный отрезок не было, потому что вчера была тренировка, достаточно для меня такая сложноватая, но крутая. Вот. И я думал, пробегу 3 километра для того, чтобы просто поддерживать себя в форме. Ну вот 3 я уже пробежал, а у меня есть маршрут, который я себе... У меня есть маршрут, который я себе придумал на 5 километров. Вот, и сейчас, не знаю, возьму я его или нет, но пока я бегу по нему. А там как получится. А в плеере как раз играют коммуняки сраные из Rage Against the Machine. А сейчас приближаемся к участку,
когда начнется последний километр подъема. Тут дорога постоянно потихонечку идет вверх. И это самое сложное для меня, блядь. Бля, ну сейчас вот уже тяжело. Я ж не марафонец какой-то там, бля. А всего лишь пятая тренировочка. Помогает взять эту трассу в данный момент. Мне помогает Макс Кавалера с последним проектом Soulfly. С песней Feed Bitch Quads Not a Fucking Regret. Сука, я это сделал. Я не назову себя никаким мотиватором, потому что это все хуйня по сравнению с тем, что бегают человеки. Но я буду стараться. Хорошего вам дня.